Приветствую всех, дорогие друзья, на своем канале Тимоха Лайф. И сегодня будет у нас главные настройки вашей мобильной сети, которые нужно активировать сразу же после того, когда вы приобрели свой телефон. Будем улучшать мобильную сеть. Если же вы сталкиваетесь с такой проблемой, как столкнулся я, что у вас нестабильная сеть, то есть вам кто-то звонит, у вас какая-то связь хреновенькая, да, где-то пропадает абонент, вы его не слышите, хрипкий голос и так дальше, то эта настройка главная для вашего мобильного устройства подойдет каждому. Давайте сделаем так. Вы ее активируете, попробуйте. Если плохо, вы все поменяете назад всегда. Я попробовал, мне понравилось, теперь рекомендую вам. Чтобы найти, нужно зайти в настройки на своем мобильном телефоне. Дальше найти такой пункт, который называется сим-карты и мобильные сети. Сейчас я вам немножечко увеличу это все, чтобы вы видели. Сим-карты и мобильные сети. Выбираем одну из сим-карт, на которой мы будем делать эти все настройки. И, конечно же, заходим вот сюда. Опять следующие пункты, где нам нужно найти. Это у нас, конечно же, будет мобильные сети. И здесь у нас открывается вот такой вот интересный пункт. Смотрите, выбирать сеть автоматически. Автоматически выбирать предпочтительную сеть. И здесь у нас включается. Эта настройка очень классная, если вы, к примеру, путешествуете. Давайте я ее отключу, пока она будет у нас делать, я более вам детально объясню. Когда мы ее выключаем, она активирована на всех телефонах. Здесь у нас выбирается выбрать сеть вручную. Устройство будет подключаться только к сетям, выбранным вручную. И я нажимаю согласиться, да. Выбрать сеть вручную, сеть может стать недоступной, вы уверены? То есть сеть станет недоступной, пока вы не сделаете эти настройки. Так что не беспокойтесь, нажимайте ОК, пока идет поиск, я более подробнее рассказываю. Так вот, это отличная функция, когда она у вас включена, если вы путешествуете, если вы не на одном месте живете, если вы ездите там сегодня в Киеве, завтра там в Минске, послезавтра в Твери, где-то там в другой области своей страны, то эту настройку ни в коем случае не отключайте. Но если вы все-таки всегда находитесь на одном месте, то есть в одном городе вы живете, где-то там по области максимум передвигаетесь, у вас нету таких целей, что вы куда-то хотите поехать в другой город, более дальний там от своего там километров 400-500, то, конечно же, не активируйте эту настройку. Но если вы собираетесь если вы не собираетесь куда-то ехать, то, конечно, включайте эту настройку, что я покажу, и вы офигеете, после этой настройки у вас реально сеть станет лучше, вы даже можете протестировать там, где у вас была сеть плохая, у вас она сразу станет лучше. Дело такого рода, что у нас телефон сам выбирает мобильную сеть, при этом, конечно же, идет затрат на батареи, потому что он постоянно в поиске, как знаете, вот ищет сотовую связь, к примеру, или сотовый интернет, или тот же самый Wi-Fi, когда у вас были такие настройки активированы, что постоянный поиск идет, это не совсем хорошо. Но когда мы эту настройку отключили и самостоятельно видим, что у нас здесь вот Kyivstar 4G у меня подключен, да, Kyivstar 3G, Kyivstar 2G, Live приглашает меня и разные сети. Я вам хочу сказать, что, конечно же, лучше поставить 3G. Вот ставим Kyivstar 3G, идет регистрация в сети, довольно она быстрая, и я установил намного лучшую сеть. Если вы будете путешествовать в городе между городами и будете переезжать с одного города в другой, ну там по трассах, у вас будет идти быстрое перестраивание сети с одной сети на другую, 4G, 3G, 4G, 3G, 4G делать такого рода, что нигде, не везде еще есть установлен, согласитесь. А 3G практически везде, даже в каких-то там селах, в каких-то поселках, отдаленных от главного райцентра или от главного города, они будут. И лучше установить 3G. 3G будет постоянно, даже если вы будете путешествовать, то будет очень классная сеть. Я установил, я протестировал целую неделю, прежде чем вам снимать. И хочу сказать, что действительно, да, это работает. Если же вы находитесь в одном городе, тогда используйте эту настройку для лучшей стабильности вашей сети. Выбираем 3G, так будет намного лучше. Сеть без малейших перепонов будет работать на ура. Вот такая вот полезная настройка, которая действительно вам поможет.
поможет, и вы, конечно же, скажете, наверное, мне спасибо. А с вами, как всегда, был Тимоха Лайф. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем добра, всем любви. До скорого. Пока.